Дорогие братья и сестры, в эти праздничные дни в нашу жизнь приходят великие праздники Рождества Христова, Нового года и Богоявления. В эти дни в храмах Божиих звучит ангельская песня «Слава Вышне Богу и на земле мир». Очень актуальны эти слова сегодня для каждого из нас. Пусть наши молитвы сегодня будут о мире. Пусть в нашем сердце найдется любовь, которая проявится в добродетельной христианской жизни. Принимая важные решения, мы должны помнить слова Спасителя, который сказал: «Я есть лоза, а вы ветви. Не может ветвь приносить плодов своих, если не будет на лозе». Тем самым в нашей жизни должно быть участие Бога. Для этого каждая христианская душа должна возносить свои молитвы о мире, о людях, любить ближних, потому что в этом закон Христов. Поздравляю вас с этим великим праздником. Хочется пожелать мира каждой семье, мира в нашей стране, Божьей помощи в деятельной христианской жизни. И пусть Божие благословение будет всегда с вами.